Алло, Женька, ну ты чего плачешь, а? Пашки нет, я заскучилась, не могу больше, Анна. Женечка, ну прекрати плакать, слышь? Ну прекрати, пожалуйста. Ну такая наша доля женская, ждать, да. А мужчины — это такие существа, которые служат. Ну и что? Никита Петрович тоже служил, да. Ну, правда, месяц служил после университета. Да, бравый такой солдат в запасе. Да? Нет, он мало что помнит. Он помнит, что у него сосед был из Прибалтики, храпел, вот и все. Да. А свекровь твоя? Что? Еще не вернулась? Нет, Пашиной тете сделали операцию неделю назад в Харькове, и мама пока там. О, ну ладно, подожди, я же собираюсь в поликлинику. Хорошо, Анна Павловна, не буду вам мешать. Да и мне Никитку из детсада забирать, потом домой. Семья вроде хорошая, здесь нормально все. Пашки нет, понимаете? Конечно. Да. Ну, конечно, да. За нами уже приехали. Да. Я понимаю, почему плохое настроение. Ну, конечно. Да. Третий месяц в армии. Ну, что делать? Да. Ну, конечно, сынулечка в детском садике. Ты еще жим ребенком. Я все понимаю. Я бы сама сошла с ума. Конечно. Вы понимаете, Анна Павловна, я же просто привыкла, что он все время рядом. Да. А вот что, Женечка, мы с Дюшей еще некоторое время побудем на московской квартире. Да. Угу. Ну, потому что нам надо всех врачей обойти. Нам же годик, да? Нам же годик. Вот мы уже какие большие. Ты в гости к нам приезжай с Никитой. Хорошо, Анна Павловна, спасибо большое. Давай, пока, целую. Целую, пока. Ну что, малышка? Пойдем гулять с тобой. Мам! Мам! Сейчас я посудку помою и пойдем, хорошо? Хорошо? Что? Я звоню, звоню. Ну а что, лень зайти, что ли? Я не понимаю. Я здесь одна зашиваюсь. О, и принцесса моя тоже не одетая. Ах, ты мой хороший. Мой хороший, мой лёпый. Что ты делаешь? Доча, не слушай папу. Одевайся уже. Вот, не слушай маму. Папа у тебя молодой, ага, трудолюбивый. Начинающий. Нотариус. Полгода уже можно отмечать. Начинающий нотариус. Ах ты моя принцесса хорошая. Ну все, давайте, давайте, давайте. Одевайтесь. Все, иди грей машину. Курил в машине? Негде покурить. Смотри, проверю. Все, давайте, давайте. Вынимать вот так. Здравствуй, мама. Платоша! Сынок, ну что же ты не позвонил, что едешь? А? Не получилось, мама. Прости. Ой, очень, очень устал я, мама. Господи, сынок, ты устроился на работу? А, пока нет. Ищу, ищу, ищу пока. Ага. А где Боренька с Наташей? Гуляют. Как?
Разве она не дома? Что значит не дома? Да так, сынок. Уехала Наташенька 3 дня назад. Забрала Бореньку и к тебе поехала. Я сама посадила ее на автобус. Она же с тобой по телефону говорила, я сама слышала. И Бореньку забрала с собой? Ну, конечно. Потом она сразу позвонила мне, сказала, что все хорошо, что она замечательно добралась, обещала еще позвонить. Господи, да что случилось, сынок? Она не приезжала домой, мама. Да где же она тогда? Ничего больше сделать. Прости. Прости, родной. Как же так, Платуша? Если вы не ссорились, не ругались, куда же она пошла и ничего тебе не сказала? Ничего. Она вернется. Успокоится, позвонит и вернется. Ее, наверное, московские врачи испугали. Она вспомнит свой святой долг и вернется. Мать ведь она. Да не волнуйтесь вы так, мамочка. Да как же не волноваться, Платоша? Она одна с ребенком, неизвестно где, и денег у нее нет. Ей сила земли поможет. Господи, да что ты говоришь, сынок? Какой еще земли? Нашей, мама. Какой же еще? Которую топчем, попираем. Забыли о которой? В ней вся сила, мама. Ну да ладно. О нашем с вами деле. Привет. Ты где была? Подожди, а где Борька? Ладно, об этом потом. На, твои очки. Платок. Спасибо большое. Мамочка моя родная, ты с ума сошла? Ты все-таки это сделала? Сделала, сделала. Обалдеть. И что теперь будет? Не знаю ничего. Не знаю, я спать хочу. Наташа! То, что мы с вами решили о квартире, того переменить никак нельзя. Ведь я клятву дал. Боренькой поклялся. Да помню я, сынок. Все помню. И не отказываюсь. Только малым детем клясться грех. Богом клясться грех, а дорогим человеком ответственность великая и страх клятва преступления. Ведь все ради него, ради Бореньки. Мамочка,
Да вы не отчаивайтесь. Мы же будем все вместе жить на нашей земле, в доме. Все вместе. Боренька, Наташа, мы. Ну? Разве я жалею, сынок? Все бумаги приготовила, все, как ты сказал. Только бы на пользу пошло, только бы нашему Бореньке помогло. Будет польза, мамочка. Будет польза, надо только верить. Ну чё, Колян, ща, кажись, кино будет. Пошли места занимать? Очень хочется. Живее, Зыков, живее! Полковник ждет. Бегу, товарищ старший лейтенант. В чем дело, Зыков? Почему не выезжаете? Не могу, товарищ старший лейтенант. Ёлки-моталки. Это что такое? Зыков, в чем дело? Вчера же перед ужином все в порядке было. Крысы, товарищ старший лейтенант. Что вы несете? Вас полковник ждет. Какие крысы? Полковые. Ну ничего. Товарищ старший лейтенант, через 40 минут буду готов на выезд. Засекайте время. Я пойду предупрежу полковника. Только живее, Зыков, живее! Гоша, здравствуйте. О, здрасте, Анна Павловна. А вы что тут делаете? Служба у нас. Что-то случилось? Да сегодня найденыша нашли. Прямо у входа в поликлинику. Ой, какой кошмар. Мальчонка, 4 месяца. Угу. Жду, когда обследование пройдет. Да? Это он так кричит? Ага. Ой, крикливый какой. Надюша, когда замуж пойдем? Когда Скоро. Замуж пойдем? А? Она после процедуры стала. Анна Павловна, здравствуйте. А что же вы стоите проходить? Мы вас ждем. А у вас же там пациент. Ничего не беспокойтесь, не обращайте внимания, его сейчас заберут. Хорошо. А мы после процедуры устали немножечко. Ну, ничего. Ой. Проходите. Ого-го-го. Что с нами? Так, вам придется еще подождать. Угу. У нас просто сейчас не все специалисты на месте, поэтому пришлось его пока здесь оставить. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, спасибо. Как он плачет? Ну, давайте вашу карточку. Возьмите. Так. Значит, нам годик. Да, было 2 недели назад. У-у-у. Минута. Товарищ старший лейтенант. Давай, Зыков, давай. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Здрасте.
А что это у нас тут приключилось у военного водителя, а? Опять не готов к выезду, а? Ну что же это такое, товарищи военные? Барзометр зашкаливает. Что это за молодежь-то пошла, а? А если тревога? А если война? Это же подрыв боевой готовности части, военное преступление. И это не первый раз. Не первый. А что было в прошлый раз? А в прошлый раз у нас прохудился радиатор. Угу. Пропеллер отлетел и пробил радиатор. Пропеллер же, он железный, его надо закрепить. Угу. Пришлось варить радиатор. Да. Тут, товарищ старший лейтенант, дело вот какое. Мы думаем, что военное начальство должен возить опытный водила. А этот салага, да ему сначала надо было на кразе поработать, где нет рулевой... гидравлики. Вот или на 157-м Зилке при минус 25 в моторе покопаться, а? Вот, а то что это такое? Только призвался, только присягу принял, сразу на тебе, ГАЗ-31. Курорт-то не служба. Ну, как-то несправедливо получается, товарищ старший лейтенант. Много разговаривать, ефрейтор Шкурин. Сами на гражданке чем управляли? Трактором? Вон нос до сих пор в мазуте. А у Зыкова год вождения на классе люкс. Да и где? В Москве. Это вам не на просторах Кубани, где нет ни светофоров, ни пробок. Чем зубоскалить, лучше бы помогли товарищу. Не надо, я все. Давай, Зыков, давай! Ах, вот этот боец, а! Все нормативы у нас перекрыл! Орел! Молоток! Ну? Ну-ка, идите сюда. Кажется, я теперь начинаю понимать, что за крысы полковые с командирской машиной с покрышками поработали. Тоже мне, дедушки. Ну-ка пошли вон отсюда, пока не впаял по паре нарядов на каждый месяц службы. Есть. Что-то я про крыс реально не догнал, Коляныч. Это что, типа мы крысы? Это он про нас? Типа того. Заложил сучонок. Казнить его надо, а то совсем берега потерял. Ничего, разберемся. Покатили. Алло, Юля, это Никит Петрович. Как у нас дела? А, доброе утро, Никит Петрович. Все хорошо? Вы скоро? Да. Мне нужно еще что-то около часа. А что, кто-то уже есть из посетителей? Да, пришли клиенты по поводу дарения жилплощади. Ну и хорошо. Юленька, проверьте пока у них документы. Думаю, к началу приема я буду уже. Нотариус будет вовремя, а пока я проверю ваши документы. По перечню. Вы принесли документы? Ой. Угу. Да, да, дочка принесла. Все, что требуется. Маргарита Сергеевна, у него там вроде в коляске игрушка была. Пойду принесу, может, узнает, успокоится. Ну, попробуйте. Может, он есть хочет? У меня бутылочка теплая еще. Мне сейчас приготовила. Наталья Павловна, вы не волнуйтесь. У него в колясочке и бутылочка, и пеленки были. Мама позаботилась. Да? Может, распеленать его? Кому понравится замотанным лежать весь день? Мешает? Пойду помогу. Анна Павловна, мне неудобно, он же мокренький. Что, я мокрых пеленок не видела, что ли? Хороший. Вот. Вот так уже лучше, правда? Да? Ну, все хорошо. Все хорошо. Успокоился? Да? Ну. Ой, какой ты красивый. О, Господи,
А я так перепугалась. Думаю, чего он так резко замолчал? Может, чего случилось? Нет, все хорошо. Ну и слава богу. Все, до свидания. Спасибо большое. Все. Все, больше никаких врачей. Больше никаких врачей. Ну что, все у вас в порядке? Ну, у нас все в порядке, только мы врачей не любим. Никит, привет передавайте. Да, хорошо. Он наш... Вот, передайте ему вечером, зайду после работы. Хорошо. Я пойду водички куплю. Иди. Купи водички. Ну, посиди в машине, что ты? Я что, подышать не могу? Что с тобой произошло? Скажи мне, что такое? Ничего. Я же вижу, что такое случилось. А? Ничего. С Надюшей что-то? А? Ты мне не говоришь, что-то скрываешь, да? Если бы с Надюшей что-то случилось, я бы тебе сказала. Ну, а тогда что? Так. Нахлынула. Я вспомнила, как мы Никиту нашли на парковке. Ну, на парковке, все, в коробке. Он лежал, тогда холодно было. Он так плакал, я вспомнила. Но это было 2 года назад. Чего ты сейчас вспомнила об этом? Что-то в поликлинике случилось? Там мальчика подбросили 4 месяца. Он так плакал. Ну, плакал, а как иначе? Животик пучит, зубки режутся. Ну да. Слушай, а вдруг они понимают, что их бросили? Кто? 4-месячный младенец понимает? Ну, хватит уже, а? Ну, вдруг у него судьба сложится так, что... Попадет он в хорошую семью. Она же не на улице его оставила, она в клинике его оставила. Ну да, молодец, да? Так судьба у него такая. Да действительно, что это я расстраиваюсь? Нормально все. Судьба такая просто у младенца. 4 месяца. Ты за водичкой шуруй. Шуруй. Наташ. А ты уверен, что тебя не найдут? Да таких, как я, не больно ищут. А если они полицию вызовут? А я завтра сама в полицию пойду. Зачем? Скажу, что у меня ребенка украли. Ну да. Во время прогулки, возле подъезда, прямо с коляски. Я отвлеклась на что-то, на телефонный звонок, а потом прихожу, а Бореньки нет. И твои соседи, они видели нас с Боренькой, как мы гуляли пару раз. Они подтвердят, и ты подтвердишь. И ты думаешь, поверят? А почему нет? Они обрадуются. Служба у них такая, они покажут всех найденышей, всех до единого, им... Знаешь, тоже обуза ни к чему. Лишнее. Среди них покажут и моего Бореньку. И ты сможешь вот так вот взять и притвориться, что это не твой ребенок? Я смогу. Ради Бори я все смогу. Мне главное узнать, куда его перевели, в какой детдом. А потом я устроюсь туда кем угодно. Уборщица, санитарка, все равно. Главное, чтобы быть рядом с ним, пока его не усыновят. Ой, не знаю, Наташа. А если не будет, по-твоему? Как не будет? Ну, ты представляешь, сколько женщин не могут иметь детей, богатых женщин. Они стоят в очереди годами и готовы все ради этого сделать. Ну, хорошо, а если твой Платон найдет тебя здесь, придет и спросит, а где мой сыночек? Нет, этого не будет. Платон Бориса не получит.
Не знаю. Не знаю, Наташ, не знаю, чем все это кончится, о, боже мой. Лишь бы хуже не стало. Нет, хуже не станет. Вот увидишь, я спасу моего мальчика. Главное, время не потерять. Юля, добрый день. Добрый день, Никита Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Через 5 минут я вас приму. Ну, вроде все. Жень, подождите. Дело в том, что я завтра на 1,5 месяца улетаю за границу. Чтобы Ольге одной не оставаться, к нам на время ее мама переедет. Да, воспользоваться отсутствием любимого зятя, чтобы побыть с внучкой. Да. Можете от нас отдохнуть немного. Я поняла, то есть завтра мне не выходить. Да? Да. Мама уже вечером будет у нас. Да, но чтобы нам не искать новую няню, когда я вернусь, вы нас абсолютно устраиваете. Это вот что-то вроде отпускных. Спасибо. Пожалуйста. Ну, все, я побегу. До свидания. До свидания. Пойдемте. Какая неслыханная щедрость. А мне говорили, что она детдомовка. Может, тебе ее удочерить? Дело в том, что у меня уже есть одно неразумное дитя на попечении. С ним бы справиться? Ну, значит, вы хотите заключить договор дарения вашей квартиры гражданину Сильвестрову. Тихону Федоровичу. Да. Так. А кем она вам приходится? В ваших документах нет данных о вашем родстве. М? Да мы не родственники. Он учитель моего сына, Платона. Что, она не имеет права? Нет, имеет. Почему? Просто я обязан задавать вопросы вашей матери. Это требует от меня закон. Извините. Вот. Ну что же, для подготовки договора потребуется некоторое время. Сколько? Как показывает практика, сделка должна пройти в несколько этапов, включая юридическую очистку объекта дарения. Это зачем? Подождите, моя мама является единоличной владелицей этой квартиры, которую 40 лет назад выделило государство. Она хозяйка этой квартиры, это ее квартира. Да я не сомневаюсь в этом. Не хотите вы, чтобы человек, который станет собственником, в результате нашей сделки вместе с квартирой получил еще какие-то проблемы? М? Нет, не хотим. Вот и я не хочу. Потому что я отвечаю перед государством за чистоту и законность каждой сделки. Да. Извините. А сколько времени вам понадобится? Не менее 2 месяцев. И при заключении сделки необходимо непосредственное присутствие, так сказать, одаряемого гражданина Сильвестрова. Затягивает дело он специально. Хочет побольше на нас заработать. Надо менять нотариуса. Ну, 2 месяца ждать. Ну, это издевательство какое-то. Не кричись, Платоша. Мне он показался очень дельным. И денег много не запросил. Ну, что поделать, с квартиры, видать, так просто не получится. Другой нотариус тоже под законом ходит. Подождет твой учитель. Поеду. Посоветуюсь с братом Сильвестром. А вы, мама, если позвонит Наталья, ну, уговорите ее, чтобы она вернулась. Время терять нельзя. И еще скажите ей, что я очень люблю ее. И Бореньку. Бореньку очень люблю.
Юль, привет. Привет. Проходи. Совсем не заходишь? Ну, служба. Сейчас. Это Андрюшке твоему. О, головоломка. Это можно разбирать, собирать. Спасибо. Ой, здорово. Может, чайку? С чабрецом, чайку. С чабрецом? Ага. Ну, если только с чабрецом. Тут мне без сахара. Я со сладким все завязал. Угу. Хорошо. Ну, как у нас на службе говорят, успехи успешно, а все остальное отлично. Что-то ты безрадостно говоришь. Почему безрадостно? Почему радостно? Я вообще всегда радуюсь, когда тебе закажу. О, хорошо, что ты зашел. О, здорово, Петрович. Заглянешь ко мне на секундочку? Ага. Вопрос есть. Юля, найдите в нашей базе, подготовьте договор дарения квартиры вот по этим данным. Я тебя жду. Угу. Я сейчас. О, Гош, заходи. Садись. Слушай, я не знаю, что мне с женой делать. Увидела в клинике какого-то ребенка сегодня. Вся на нервах, дергается. Ну, это же было там. Что там произошло? Ну, что? Все как обычно. Подкидыш. Пацаненок, 4 месяца, коляска, записка. Какая записка? Ну, а что они в таких случаях пишут? Ради Бога, умоляю, помогите спасить моего сына. Так, 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 так. Подожди, кого умоляю, кого спасите? М? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Будем искать. Сильвестр, это я, Платон. Из Москвы вернулся. А, Платон, как же я... Тебе рад. Как же я рад тебя видеть. А я совсем собрался спать лечь. А ты что же, один? Один я, брат Сильвестр. А где же сын твой? Где супруга твоя, Наталья? Они в Москве остались. За советом я к тебе, брат Сильвестр. Входи, брат. Ну и что же ты тогда приехал, брат Платон? Совет тебе нужен. Да, брат. Тогда вот тебе мой совет. Забудь о своем сыне. Что ты такое говоришь, брат? А ты что думал? Ты ведь и без моего совета его забыл. Вычеркнул чадо безгрешное из своих родительских забот. Нет, не забыл. Не забыл, да я землей нашей матерью клянусь, не забыл. Забыл. Бросил. Отдал в руки бесов.
Изрежут его они теперь, доктора эти. Позабавятся. Ты тогда за спасением его души ко мне не являйся. Ну что же делать? Научи, брат. Совсем я измучился. Сил себя не чувствую. Спаси сына моего. Я верю. Ты сможешь. Мягок ты. Мягок. Говорил я тебе. Много воли даешь супруге своей. Вернись и найди ее. И сына своего найди. Без них не возвращайся. Да. С нотариусом этим не спорь по глупости. Делу может навредить. Ну, ступай. Что, не слышишь? М? Ты не слышишь? Алло? Алло. Кто это? Это Кирилл. А с кем я говорю? Кто это? Слушай, по-моему, Женька телефон оставил. Поздравляю. Здесь еще один повод перед отъездом встретиться со своей любимой няней. По-моему, это был ее муж. Прикол. Ух ты! Наш Солобон драться собрался? Ну. Петушок. Че надо? Че не спим после отвоя? Военный, а? Домой мамочки звонит. Ты не путай, он у нас муж-герой, отец-герой. У него дом, жена молодая. Да? Ага. Молодая? Ну это супер. А мы как раз скоро на дембель. Можем заехать, проведать твою женушку. Привет от тебя передать. А то ведь она тебя, наверное, заждалась. Да и мы ж тут почти заржавели на армейском пайке. Ну что, поможем друг другу земель? Гаси его, мужики! Давай! Разборы хотите? Давай! Ты! Давай, ну! Один на один с любым выйду, а кучи навалитесь. Все равно каждого поймаю и бошки проломлю. Ну давай! Ну! Тихо, Солобон, чё? Полы нравится по ночам драить? Не вопрос, вперед! Закройте его здесь до подъема. А вот женился ты зря перед армией. Это я тебе точно говорю, бабам веры нет. Понятно?
Уберите его.